какой же воздух за городом? А тишина – просто благодать. Наши герои стараются ловить каждый момент этого лета. На этом месте у нас стоял кунг. С него все началось 20 лет назад. В нем была оборудована баня, где мы любили с друзьями и с отцом вместе париться, проводить время. Место встречи с друзьями изменить нельзя, но мы попробуем. Семья большая, поэтому и беседка будет просторной. 27 квадратных метров. Наш фундамент – винтовые сваи. По разметке вкручиваем их ниже глубины промерзания грунта, чтобы весной наш фундамент остался недвижимым. Обрезаем сваи по уровню и для укрепления заливаем в них цементный раствор. Сверху привариваем железные оголовки. Приварив металлические стойки, начинаем монтаж нижней обвязки. Для нее мы используем брус сечением 150 на 150 мм. Мы предварительно обработали его специальной пропиткой. Она убережет материал от гниения и покушений на него насекомых. Целых 30 лет простоял на участке наших героев военный кунг, от которого семья Терешиных наконец избавилась. Но вместо кунга образовался пустырь. Фазенда решила создать на его месте беседку для традиционных дачных посиделок. С основательными колоннами и невесомыми шторами, множеством нежных цветов и брутальными спилами деревьев. Сочетание контрастных противоречий позволили нам сделать беседку достаточно строгой и торжественной, но при этом по дачному теплой. Белый цвет отлично сочетается с любым другим, поэтому хозяева дома по своему вкусу смогут дополнять и наполнять ее сами. Но что бы они ни придумали, наша постройка всегда будет парить над участком. При всей ее визуальной легкости и воздушности построена она из надежных материалов, а это значит, сможет радовать наших героев долгие годы.